Неповторимый голос, индивидуальность в каждом образе, сила и экспрессия, которая завораживает. Так зареченские любители оперного пения отзываются о солистке оркестра русских народных инструментов Дворца культуры «Современник» Ольге Нуждовой. На творческий вечер певицы пришли истинные ценители этого вида искусства. Многие, признаются горожане, полюбили оперу именно благодаря Ольге Николаевне. Прекрасный голос, великолепная фактура, умение передать образ тот, который, значит, она хочет передать. Причем будь это русское народное, будь это советское, из замечательного советского наследия песен, так, или из оперет, она все может. Оля молодец. Я знаю, прежде всего, Ольгу Николаевну как очень хорошего педагога, очень внимательного, очень трепетно относящегося к своим студентам. За плечами Ольги Нуждовой огромный творческий багаж. После окончания Пензенского музыкального училища она была солисткой хора в Саратовском театре оперетты, затем в Пензенской областной филармонии. Уже более 10 лет Ольга Нуждова является солисткой оркестра русских народных инструментов Дворца культуры «Современник». Сейчас своими знаниями и вокальным мастерством она делится с молодым поколением. Ольга Нуждова преподает в Пензенском колледже культуры и искусств. На творческом вечере Ольги Николаевны выступил и один из ее учеников. Как признается Ольга Нуждова, каждый раз, выходя на сцену, сама чувствует себя студенткой. Несмотря на то, что каждое выступление тщательно планируется, перед концертом проходит не одна репетиция, небольшой страх и неуверенность не покидают до самой финальной песни. Я вам скажу тайну, что волнение внутри всегда существует, но мы его перебарываем. То есть мы как бы все это выливаем в творчество свое, да? Как бы стараемся петь на приподнятой ноте, вдохновляя вас, услаждая ваш слух. Ближе к финалу становится понятно, что все волнения были напрасны. Зрительские овации – лишнее тому подтверждение. Так проходят все концерты с участием Ольги Нуждовой. И ее персональный творческий вечер не стал исключением. Светлана Демина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».